В самом центре Твери на Трехсвязской улице неизвестные разгромили скамейку, часть городского арт-объекта, который располагается рядом с экраном для трансляций. Инцидент произошел в ночь на 3 мая. Хулиганов не смутило даже то, что близлежащие здания буквально утыканы камерами видеонаблюдения. Чем помешала змейка вандалам, неизвестно. Мало того, что железную конструкцию буквально выдрали вместе с тротуарной плиткой, так еще и умудрились согнуть металлические элементы и разломать деревянные. Чем орудовали городские хулиганы, неизвестно. Но рядом с опрокинутой скамейкой был обнаружен осколок защитного щитка от двухколесного транспортного средства, возможно, скутера. Как он там оказался и использовался ли транспорт в качестве орудия? Или же вандалы действовали голыми руками? Пока неизвестно. Данным фактом заинтересовалась полиция. Проводится проверка. Проверка.